Итак, всем привет! С вами Диван, и мы продолжаем беспроигрышный марафон. Первый матч мы выиграли из трех, которых нам необходимо взять для того, чтобы пройти следующий этап. Посмотрим, что будет сегодня. Немного состав изменился. Добавили вперед Диего со Стариджем. Посмотрим, кто лучше себя покажет, Абумьян с Хау или Старич с Диего. Итак, смотрим состав соперника. Можете посмотреть на мой состав. Итак, испанская лига. Довольно серьезный состав. Три защитника. Посмотрим, как они будут справляться со Стариджем и с Диего Костой. Плюс еще полузащита с серьезными ударами Руни и Швайни. Что они смогут показать? Итак, мы начинаем матч. Нам показывают судью, показывают Рамоса. Итак, поехали. Играем по флангу. Точный пас на Стерлинга. Стерлинг борется и аут. Диего. Стерлинг. Перехватываем всех игроков. Закрываем все зоны. Хорошо, ошибочка. Диего. Обыгрывай. Будем простреливать. Отличный гол от Диего. Красивенный гол. Диего. Хорош. Первый же удар. И сразу же гол. Красивейший гол. Смотрим повтор. Диего обходит Рамоса. И точно удар в штангу. И гол. Чех в шоке. Итак, мы продолжаем. Очень хорошее начало. Успеет... И сможет ли соперник собраться? Опять отбираем. Швайни. Старич. Хороший пас со Старича. Старич выходит. Борется Старич. Навес. Не проходит навес. Руни. Не доходит мяч до Руни. Бензема. Может быть опасно. Хороший отбор. Руни. На Швайни. Пас на Старича. Отличный пас на Старича. Первый на мяче Старич. Да, это не Диего. Старич. Необходимо было перекидывать. Все, вторая ошибка. И Диего воспользовался ей и наказывал. Забивает второй гол. Диего просто отлично играет. В этом матче. Шедевральный. Первый гол. Учитывая, что его поджимали уже защитники, довольно сложно было забить в этой ситуации. Но Диего справляется. Опасный момент. Лерис на месте. Как говорится, Лерис и не такие брал. Пас не точно на Руни. Обыгрывает Руни. Оншот от Швани не точно. Кладут загорать. Может быть опасно. Бетховен. Просто не моргая глазом. Отбирают мяч у соперника. Диего. Пас на Волкота. Волкот играет Старичем. Старич. Первый на мяче.
и не забивать. Швайни. Штрафной. Да, соперник играет с огнем. Уже одну ошибку привез такую и продолжает в том же духе. Желтую не даст? Даже желтую не даст. Томенти. Хорошо. Просто отлично. Пас на Старича. Старич. Спринт. Алаба. Алаба съедает Старича с его скоростью. Это несложно сделать. Руни. Руни красавчик. Пас. Пас на Швайни. Через двух защитников Швайни пробивает. Волкер. Не достает до мяча. Гризман. Волкер отлично играет. Пас на Швайни. Отыгрывает со Стариджем. И получается пробить у Стариджа. Поджимаем соперника при счете 2-0. Мы давим соперника. С его составом довольно хорошим. Ой, ну это желтое. Ломать это Мэнди не стоит. Он не запомнит. Нет, желтый не дают. Швайни. Давайте пробьем. Швайни. Да, удар не силен. В этом моменте. Так, опасный момент. Отличный пас на Гризмана. Да, точно в угол. Там можно было на Бензему давать, так что, да, защитники упустили. Соло от Диего, первый. И все, первого игрока обходит, и больше ничего у него не получается. Нет, заигрался. Бензема лежит, загорает. Волкот. Что это было? Что это было? Хорошо. Руни. Что это такое? Рама съедает просто. Старич. Отлично. Ой, опасный удар. Так, 39-я минута матча, счет 2-1. По первому тайму мы на голову сильней. Отлично. Стерлинг борется. Ну, Руни, покажи пушку. Почти, очень опасно. Мало времени, конечно, для удара было у Руни, чтобы прицелиться. Ну, вот опять ошибка. Соперник не учится на своих ошибках. В принципе, с его игрой, с его неплохим уголом, он, видно, что не первый день играет. Ну, вот эти неуважения, которые он показывает. Нет, уже все. Много и долго он придумывал. Волкот, перевод на фланг. Волкот показывает скорость. Его соперник съедает, защита. Так, первый тайм, смотрим на статистику. По статистике мы должны быть впереди. Да. Незначительно, но впереди. Быстро их два гола мы забили. Начинаются небольшие лаги, с которыми очень сложно что-то приугадать. Отлично играть на два. Просто великолепно.
Верно. Пас. Не проходит. Руни. Волкот на Руни. Пас на Стариджа. Не проходит. На Гризмана. Отличная игра от вратарь. Отличная игра от вратарь. Пас на Стариджа. Не точно. Соперник нас очень поджал. Очень серьезно дает отпор. Вьера. Первый на мяче Рамос. Бензема. Отбираем мячом Бенземы. Опять не доходит пас. Вратарь. Непонятно, откуда взялись лаги. Очень серьезно. Руни. Диего. Да. Ну, сегодня нет слов. Диего просто отлично играет. Очень в хорошей форме вышел на этот матч. И у него получается абсолютно все. Как бы соперник ни старался и включал все свои возможности, но, увы, сегодня Диего не сломать. Диего, что творит Диего? Руни. Пас на Швани. Модрич, конечно, съедает. Опять Руни. Руни хорош. Пас. Защитник играет. Гризман хочет уйти от соперника. Волкот. Здесь желтый. Нет. Ничего не дают. Диего. Пас не проходит. Старич. Пас не проходит. Швайни. Что такое? Пас на Старич. Хороший пас. Старич. По флангу идет. Обыгрывает игрока. Прострел. Кто там? Рамос получает леща. От мяча. Девятая минута матча. 3-1. Хороший подкат. Просто великолепный подкат. Пас хороший на Старич. Старич против Рамоса. Рамос отдает пас. Диего. Диего почти отбирает этот мяч. Хорошо. Хорошо, Стерлинг. Стерлинг. Что творит Стерлинг? Что творит Стерлинг? Последняя ошибка на Рамосе. Довольно все неплохо выглядело. Так, Мангала. Отлично. Хорошо. Защита сегодня играет отлично. Компани, Мангала, вопросов к ним нет. Вратарь. Первый на мяче. Играет через дом. Волка.
Луни. И точный пас. Пенальти. Да. После вторая минута матча. И пенальти. Лярис на месте. Ой, Лярис. Хорошо, Старич. Старич. Хорошо. Диего. Диего. Хороший пас на Старича. Не проходит пас. 87-я минута матча. Счет 3-1. Без вопросов Лярис забирает мяч. Пас на Волкота. Обыгрываем. Соперника. Старич. Старич. Ой-ой-ой! Диего! Если б забил, вопросы просто были бы исчерпаны все. Пас просто отличный. Исполнение желает лучшего. Возвращает. На, сайт. Должок. Старич. Всем спасибо, с вами был Диван.